Мы приступаем ко второй части съемок короткометражного комедийного фильма «Я не пью». Вот. Здравствуйте. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, что вы здесь делаете? Пью я синтуки и снимаюсь в фильме. Как вам нравится этот процесс? Ой, вы знаете, и синтуки безумно полезен для моего организма. Да, наверное, для многих организмов. Да, тем более он очень актуален сегодняшнему фильму, который называется «Я не пью». Поэтому пьем инстинтуки исключительно. Да. Вот кого вы играете? Танцующего. Танцующего? Как и многие здесь. Вы будете танцевать? Да. Здорово. Не Мы уверен, обязательно что... посмотрим, как вы это будете делать. Не уверен, что хорошо, но буду. Да. Мы желаем вам успеха. Благодарю вас. А народ все прибывает и прибывает. Все знакомые по банку лица продолжают свою одиссею здесь. Наш охранник. Наша девушка из банка. Эти женщины нашел. Расскажи мне, что ты делаешь сегодня вечером в этом баре? Я? Да. Снимаюсь. Ну, рублей за 500, да. Слушай, а почему мы бесплатно? Ну, потому что он в одной из главных ролей. Да. Как Траволта. Еще раз. Режиссер подкрался незаметно. Короткометражный комедийный фильм «Я не пью». Расскажите, пожалуйста, немного об этой картине. Ой, ребята, это секретная информация, но мы вам все расскажем. Это крутая комедия, там было экшен, погоня. Мы грабили банк. Вы нас посмотрите, найдете, где захотите. Но главное, сейчас не смотрите в камеру, потому что мы будем сейчас снимать киношку. И нам уже мы задолбались немножко. Хока. Спасибо. Желаем вам успеха. Спасибо. Что вы тут делаете? Отдыхаем, тусуемся мы тут. Ага.
И как вам тут? О! Классное место! Ага. Надо почаще ходить. Согласен, абсолютно верно. И куда дальше? А дальше по городу. Понятно. На набережную, нет? На набережную. Отлично. Главный герой готовится войти в камеру. А наш Сережа готовится натанцеваться. Так с чего бы мне начать? Начни, наверное, сначала. Эта история случилась примерно 2-3 месяца назад. Да блин! Алло! А что я там забыл в вашем баре опять, а? Смотреть, как вы будете нажираться, потом каждый будет меня уговаривать с вами бухнуть. Не хочу. Че ты как тёлка опять? Не хочешь, не пей. Это твоя позиция. Хоть, на мой взгляд, ты очень хреново. Ну, сырок тебе купим, трезвенник ты наш. А-а-а. Сегодня мой хороший кореш Серега приходит со своей отметки. Встретим, интеллигентно, посидим, поболтаем. Может, девчонок посмотрим. Ну, что ты, ну? А потом Лёша будет вас на своей машине по домам развозить, да? Да чё ты начинаешь? Такси тебе выделим. Давай, поехали. Не знаю, я буду чем-то занят очень сильно. Бухнуть тебе надо хорошенько. Может, человеком стал. Ладно, наберу тебя ещё вечером. Ой, откуда же ты такой трезвенник-то взялся? Отец твой пил. Дед твой пил. Брат твой пил. Ба, ну опять и все, между прочим, их уважают и принимают. Ба, ну я тебе 100 раз говорил. У меня свои принципы, которые я не буду нарушать. Понимаешь ты меня или нет вообще? Да твои принципы когда-нибудь страну до беды доведут. Чего не до планеты сразу? Не хочу я. Все, вопрос закрыт. Да не хочешь, не ходи. Дело твое. А я вот тут сегодня у тебя... Тараканов травить буду. Не хочешь друзьями? Не ходи, как они терпят тебя только. Иди хоть в парке погуляй. Алло, я буду сегодня. Вот ты умничка. Так, глядишь, мы с тобой до первого сапарика дойдем.
Че, всем привет! Привет! Ну что, за встречу? А ты что не пьешь? В смысле, ну за встречу? Странно. Да ладно, Серый, расслабься, это же наш персонаж. Леша, я понимаю, но причина должна быть. Да не просто, символик хватает. Чего ты его присутствуешь? Ну ладно, не бьет, не бьет. Рот закрой. Я сейчас с человеком общаюсь. Значит, силы воли. Это ты хочешь сказать, что бьют только те, у кого нет силы воли? Ну да, который по-другому расслабится. Короче, знаешь, что я тебе скажу? Да, ничего. Знаешь, если он вообще идет, отказаться от тебя, в принципе. Потому что, ну, в этом разу, понимаешь? Ну, я думаю, со мной такого не будет, знаешь. И забрали? Да, да, да. Давай вдруг случилось. Нет, прикинь, я не помню, что это ты. Блин. Нет, на Смирнова, 2-4-3, квартира 8. Ребятки, давайте. Не, братан, все. Видите, хорошего отдыха пошли. У вас дела. Просто срочно появились дела. Ничего, ничего. Действительно, все, давайте. Да, да, все. Ну, что увидите? Мы сейчас посчитаем, что будете смотреть. Вы на то будут такие перечитывать. Вы 2 на 3 не перепутали и не считаете. Это реклама. Знаете, сумка стоит сейчас. Ничего же на деле. Время. Привычка с весны. Это 10 тысяч. Только без тысячи. Джига бит правей, джига с правой бит. Джи ган, джи дабл ган. Дабл ган, дабл ган. Папа продолжает трон. Папа руки, нет ни наркота, нет ни алкоголь. Этим миром проведешь любовь. Джига на бродяг пришел домой. Этим миром проведешь любовь. Джига на бродяг пришел домой. А теперь самое интересное. Я хочу выпить с Алексеем Смирновым, проживающим по адресу Одуванчикова, 33, квартира 8. Если вы не приведете мне его, то я буду убивать по одному заложнику в час. Время пошло. Это последние кадры, которые мы получили из городского банка, где трое неизвестных захватили заложников и выдвинули самые необычные требования за всю историю ограблений. По предварительным данным, Сергей Горчичкин требует, чтобы некий Алексей Смирнов, проживающий по улице Одуванчиков, 33, квартира 8, поступил со своими принципами и выпил бутылку водки прямо в отделении банка. Иначе злоумышленник будет убивать по одному заложнику каждый час. По предварительным данным, отряд специального назначения уже выехал на место происшествия. Мы следим за развитием событий. Ну что? Долюбился! Долюбился! Я говорила, что я не пью, страну до беды доведет! Да. Алексей Смирнов? Да. Пройдемте с нами. А, Алексей Смирнов! Собственной персоной! Ты что, Лёх? Я же тебе говорил. Говорил же я тебе. Я тебе говорил. Выпьешь ты со мной. Принципиальный ты наш. Так пей. Пей, ты чего ждешь-то? Я тебе помочь. Без проблем. Лёша, пей! Лёша, пей! Лёша, пей! Лёша, здравствуйте, Алексей. Пей! Это Владимир Владимирович Путин. Лёша, пей! Лёша, пей! Лёша, пей! Лёша, пей! Поэтому мне пришлось выпить за рулем. Но это же весомое оправдание, чтобы мне вернуть права. Ах, это, конечно, весомое. Что, правда? Я могу ехать? Конечно. Да
куда я поехал? Конечно, нет. Распиши протоколь.